Доброе утро. Решила снять сегодня влог очень неожиданно. Сейчас приму душ и буду собираться на завтрак. Я помыла голову, теперь буду сушиться и чуть-чуть подкрашусь. Сделала укладку, хотя даже не планировала. Все, можно идти покорять этот мир. Если честно, я уже очень сильно голодная, потому что, блин, я очень долго собиралась, я поздно встала, я очень хочу кушать. Просто невероятная красота, очень хорошая погода. Вообще, сегодня у меня в планах было позаниматься английским, но преподавательница отменила урок. Вот. Поэтому планы только на вечер. Я договорилась встретиться с девочкой. Поэтому вот сейчас я составила себе такой демо-образ, репетиция. Скорее всего, пойду именно так. Не знаю пока. Я сейчас иду в местную кафешку на районе, скажем так. Вот, мне до нее идти минут 15. У меня психолог, с которым занимаюсь, посоветовал книгу Джо Оливера «Развитие осознанности и здоровой самооценки». Вот, хочу найти ее. Кстати, вот эту я прочитала, очень классная. Не смогли найти эту книгу, но в целом меня не расстроили, потому что у меня очень много книг для прочтения. Я еще абсолютно не привыкла снимать на улице. Мне очень неловко, знаете, такое ощущение, как будто ты совершаешь какое-то преступление. И ты такой, типа, главное, чтобы никто не увидел. Короче, не знаю, мне еще предстоит привыкнуть. Сегодня в кафе, я еще распланировала следующую неделю. Мне достаточно много дел. Завтра мне нужно будет съездить, сходить, получить международные права наконец-то. Забрать посылку на почте. Я заказала сыворотку для волос. Что-то еще. Смотрите, как красиво. В общем, я уже пришла домой, переоделась. И сейчас хочу заполнить свою таблетницу таблетками. Вот такую вот я нашла в Золотом Яблоке. Она разбирается.
Сейчас мне нужно ее соединить сначала. Потом покажу вам, что я принимаю каждый день. Я сейчас принимаю фолиевую кислоту. Такую. Не знаю, возможно, скоро откажусь от нее. Спрошу у своего гинеколога. Пока буду пить. Следующее, что я принимаю, это йод, йодомарин. И также кладу рыбий жир. Здесь еще есть дополнительные витамины А, Д и Е. Я, кстати, вам показывала видео о покупках. И коллаген. А за окном вообще такая красота. Прекрасно. Сейчас я предлагаю вместе со мной оформить доску желаний. Я вчера распечатала 16 фотографий, и нужно будет как-то их всех прилепить. Сейчас включим свечку. Доску я пока возьму на кровать. Так, значит, сначала, я думаю, надо как-то выложить фотографии. Не знаю. Все, я оформила доску желаний. Для одного желания не хватило места на этой доске. Я решила отказаться, ну, не отказаться, конечно, а пока оставить вот это желание, потому что оно такое самое, скажем так, под сомнением. Это что такое? Так, теперь убираем эту доску на ее законное место. Вот сюда. Вот. Ой. У нас сейчас дома живут такие милашечки. Хорошенькие от нашей кисы. Скоро будем их уже раздавать. Смотрите, какая милота. Сейчас будем с вами обрезать цветочки. Они уже почему-то темнеют, хотя... хотя еще не раскрылись, уже темнеют. Вот, вот этот бутончик, например, вообще. Почему? Я не понимаю. Я обрезаю вот так, чуть-чуть не прямо, а чуть-чуть под наклоном. Убрать эти лепесточки коричневые. Этот букетик мне прислал муж курьером. Год назад я ему сказала да. Вот. Такая вот милота. Также хотела бы с вами поделиться свои рекомендации. Я вчера на Вайлдберри забрала вот такую вот расческу. Они сейчас считаются самыми вроде лучшими, потому что они не травмируют кожу головы, очень хорошо распутывают волосы и очень легко убирать сами волосы из расчески, потому что она вот так вот гнется вся, вот так вот. Вот. Тут не остается столько грязи, сколько остается на обычных расческах, поэтому вообще очень классная штука и очень приятно массажирует. Сейчас я выбежала, чтобы встретиться с подружкой.
Но, по-моему, я опаздываю. Мы уже погуляли с подружкой. Пошла в магазин. Хочу что-нибудь купить. Вот там два только такой шоколадки.